Видео подготовлено каналом Уроки ТВ, номер 12. Один отец дал своему сыну 150 рублей, а другой отец дал своему сыну 100 рублей. Оказалось, однако, что оба сына вместе увеличили свои капиталы только на 150 рублей. Как ты это объяснишь? Это можно объяснить только тем, что в раздаче денег участвовали дед, отец и сын. Дед отдал своему сыну, то есть отцу, 150 рублей, а отец из этих денег отдал 100 рублей своему сыну. Значит, отец, сын деда, папа, и сын, сын отца, вместе получили 150 рублей. У вас возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.